Летний сад задумывался Петром I как сад фонтанов. В 1725 году в летнем саду было уже 20 фонтанов, а к 1736 году их стало уже больше 50. Каждый фонтан имел свое имя. Коронный фонтан, безусловно, самый большой и красивый из всех. Во времена Петра I именно перед коронным фонтаном находился вход в летний сад со стороны Потешного луга, а ныне Марсово поле. Для оформления летнего сада используют мраморные скульптуры. На сегодняшний день насчитывают 92 скульптуры. Перед нами памятник Ивану Андреевичу Крылову, поэту и баснописцу. Напротив летнего сада находится Михайловский дворец.